Кубок Цареграда – так назывался первый в истории России кубок по киле, который прошел в субботу на поле универсального спорткомплекса Подмосковье. На соревнования приехали 8 ватаг, как в киле называют команды, из нескольких городов – Владимира, Самары, Люберец, Торжка, Вологды. Участвовали в киле и две команды из Щелково – сборная и гарнизон. Кила – старинная русская игра. По яркости и зрелищности она не уступает футболу. Первое ее описание появилось в 1862 году. В килу играют руками, когда мяч находится в воздухе, и ногами, когда он коснулся земли. Игроки стремятся завести мяч в зачетную зону, называемую «город». Сейчас начали ее возрождать года 2013, наверное, где-то так. В городе Владимир были первые соревнования, оттуда мы, соответственно, и начали свой путь. Капитан команды, а точнее, как принято в киле, атаман из Владимира, Валентин Павлов, говорит, в Щелково приехали с боевым настроем. Сегодня мы играем в игру под названием «Кила». Это очень спортивный такой и очень интересный процесс. Мы к нему очень долго готовились и приехали как бы сюда за победой. У нас команда в основном состоит из студентов, молодая команда. Мы сегодня хотим показать, на что мы способны. Первая игра кубка прошла между ватагами из Самары и Щелковской сборной. С первых минут наши ребята захватили инициативу и почти сразу протаранили защиту самарцев. А затем еще несколько раз мяч заносили за зачетную черту. И хотя соперник сумел отыграть один мяч, но по итогам встречи щелковцы одержали убедительную победу 7-1. Наши очень боролись за итоговую победу, но все-таки кубок Цареграда по киле достался не хозяевам первенства. Первое место заняли спортсмены из Люберец, второе – наши ребята, а третье – килисты из Владимира. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.